В среднем каждый ребенок в детском саду проводит по 10 часов 22 дня в месяц. С группой малышей занимаются десяток воспитателей. Обучают, развивают, а главное – обеспечивают питанием. Именно эта статья расходов – самая затратная. Повышение за уход и присмотр в детских садах обусловлен законом Российской Федерации 273, которым учредителю дано такое право. И повышение связано с повышением цен в целом на продукты питания. Ибо основная составляющая оплаты родителей идет именно на организацию питания воспитанникам детских садов. В целом изменение 1380 в месяц выходило в прошлом году, в этом будет 1760. Сумма родительской платы в детских садах пересматривается постоянно. Повышалась она и в феврале 2014-го, и в предыдущие годы. Новый 2015-й не стал исключением. Еще не все родители знают о том, что теперь они будут платить больше. Информация начала распространяться с середины недели. Мнения разные. Для кого-то рост в 380 рублей – сумма несущественная. Но есть и те, кто уже обдумывают новую стратегию экономии семейного бюджета. Готовы, потому что деваться некуда, да. Главное, чтобы ребенок питался хорошо, чтобы ему было там комфортно, удобно и, в принципе, готовы. Не очень хорошо. Тяжело будет. Муж один работает. Не знаю, будем ходить в садик, нет? Ну, моему ребенку 4 года. Про повышение цен как бы не слышал. Ну, наверное, связано, скорее всего, с инфляцией, как бы с повышением доллара. Будем, наверное, больше стараться денег заработать. Ну, а так, повышение, я думаю, пока на данный момент как бы и незначительно. Ну, это неправильно, я считаю. Надо в чем-то в другом экономить, но не на детях. И теперь садик дорогой. Зарплаты маленькие, родители не могут позволить. Сейчас и на протяжении 2014 года питание одного ребенка в день детскому саду обходилось в 63 рубля. Теперь малыши будут кушать на 80 рублей. Во всех дошкольных учреждениях организовано четырехразовое питание. Предлагаю родителям задуматься, на 80 рублей в день ваш ребенок получает полноценный завтрак, второй завтрак, полноценный обед и усиленный полдник. Я думаю, что если попробовать накормить дома 4 раза за 80 рублей, то это вряд ли удастся. В новом году сохраняются и все льготы, которыми пользовались многодетные семьи и одинокие мамы. Работает и процедура по частичному возврату средств. Льготные категории получают у нас, оплачивают, вернее, по 50%. Плюс к этому все родители на первого ребенка получают 20% возврат на открытые счета. На двух детей они получают 50% и на трех 70%. То есть к ним все равно часть родительской платы возвращается. Что касается статистики по городам Краснодарского края, то в Армавире не самая высокая плата за детский сад. По словам специалистов, по итогам 2014-го наш муниципалитет находится примерно на 20-м месте. В Управлении образования администрации Армавира открыта горячая линия по вопросам повышения оплаты за уход и присмотр в детских садах. Ее телефон 3-21-36. Родители могут обратиться за дополнительными разъяснениями. Ирина Рухлядко, Сергей Шульц, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.